Я всегда люблю обычное чуть-чуть сливковое масло. Вы без него вообще не живете, везде подливаете. Это очень полезно. Если я найду по русским языкам его характеристики, вы будете пить как минеральная вода. Иньяцио Роза – шеф-повар ресторана итальянской кухни «Поющие фонтаны», профессор Швейцарской академии кулинарных искусств, профессор самой престижной кулинарной академии Европы «Боско Летуаль». Готовит с 16 лет. Его блюда успели попробовать и по достоинству оценить Лучано Паваротти, Стинг, Эрос Рамазотти и Билл Клинтон. Мы сегодня делаем просто крем-суп со спинат. Просто берем свежий шпинат, или если нету свечи, потому что зима это, конечно, тяжело, мы просто получаем потом через импортный, получаем шпинат. Есть пакеты мороженого, и просто получается вот такая масса, потом надо снимать вода на вот это, да, просто получается какая уже компактный шпинат. И мы сейчас начинаем жариться такие, на оливковое масло, недолго, потому что если долго шпинат, начинается коррозия делаешь, и получается такие не зеленые, не красивые, и остается за ним характеристика протеина. Мы берем сотейник, поставимся. По нормам рецепт идет и сливочное масло, но я не дружу ни сливочное масло, ни сливки. Где надо, конечно, могу понемножку поставить, я лучше оливковое масло. Вот, свежий чеснок. Я понимаю, что это полезно, полезно. Ну, если я вот это на питание поставлю, и самое плохо, если вот это... Видишь, этот зеленый, который идет? Это называется пистилло. Это самый, который отдает запах. Не наружный, а самый внутри. Вот это, который чеснок, отдает самый... Вот. Синесин. Если это мы снимаем, с вот это еще можно мы пожаримся. Но если это не снимаем, когда я кушаю, нравится, потому что чеснок мне нравится. А когда потом у вас есть конференция поговорить, у вас человек вот так разговаривает, и спешите, как вы можно кончать свой разговор. Поэтому не очень хорошо. Это мы берем мускат орехи. Мускатный орех? Да, чуть-чуть. Вот, сколько там, немножко. Потом подаем соль. Зимы чуть-чуть еще перец на наши. Мельница. Это вам желаю купить, потому здесь можно не только перец, а можно маринад. Если хочу какую рыбу мариновать, туда мята, лайма, базилик, тимьян. Это смешается очень хорошо. Овощной бульон. Уси мяка, когда мы готовимся, да? А как ты готовишь овощной бульон? Сейчас я вам скажу. И не выбрасываем ничего. Это как мы готовимся. Мы купим цукини, мы покупаем баклажан, мы покупаем сендери, мы покупаем лук, мы покупаем морковку. Сначала очищаем. Потом если в голове, никуда не идет, да? В голове вот такие. Голова сендери, голова цукини, голова морковка, голова... Потом много я вижу, как очищает руки здесь. Это нехорошо. Только это пилен. Это первый лук, это нехорошо. Это, как говорят, уже который приспело. Надо взглядать здесь внутренний. Вот это наружный. Туда ожарим чуть-чуть с маслом, вода. Чуть-чуть соль и медно. 10 литров бульона, скажем, он должен получается 3 литра. Если мы хотим такой сильный. Если мы хотим просто более... Легче 50-60% надо оставаться. И вот у вас бульон, ничего не выбрасывать. Когда сразу дадим холодный бульон, спинаты остановятся, винды больше не жарится, винды остается своим свет. И поэтому получается такой зеленый и вкус главное. Здесь есть пармезан. Пармезан для вкуса просто, да, Ильич? Да, пармезан для вкуса, за что пармезан спината это что, вместо сливочного масла лучше поставить пармезан. Потому там мягкий, здесь уже сухой.
Полезно, наверное. Да, очень. Спинат по характеристике меняется, если мы, скажем, говядина вырезка, мы не можем кушать, но не, ну, вегетарианский человек. Это меняется по характеристике, то же самое и характеристики, что имеет говядина. Там есть металл, ферро там, да, вот, и витамины. Здесь то же самое. Это чечевица, сухие овощи. То есть это равняется говядина, да? Да, да. Это можно кушать, ну, кто имеет, скажем, диабет, система, вот это очень полезно, уменьшается диабет. А что вы сейчас делаете? Это мы декорируем у него, только нужно внутри. Поставим чуть-чуть пармезан. Раз, два и три. И потом поставим, если возможно, здесь был такой хороший такой замерзший базилик просто. Это маленький, маленький, маленький. Вот, если мы косим, то мы можем только профитерол такой, это еще привезли такой, опа, а, все. А что это вы туда прилепили? Это если эклер, маленький эклер, профитерол. У этого французы между итальянский здесь хлеб, тостер такой, да, мелкий. У французской здесь такой эклер, очень легкий лок. Когда хрустящий, идет на горячий суп, она очень хорошо запитается. А вот человек, который съедает вот такой прелестный суп, он что, вот что с ним происходит? Ну вот это? Да. Когда кушаешь? То есть он спать хочет или что? Как течет? Она легкий. Это я говорю вечера. Она легкая. Потом это тоже как и салат овощная такая, скажем. А потом можно жарить. Я не могу жариться базилик, да? Спинат, да, могу жариться такой. Она, в принципе, калорийный мало. Но если мы добавим как и, ну, более такая сытная, да? Если туда подавить сейчас сливки, сливочное масло, она уже 2-3 ложку. В общем, легкость бытия. Да, невыносимо. Да. Крем-суп из шпината с перепелиным яйцом. Размороженный шпинат нарезаем и жарим на сливочном масле 1-2 минуты. Добавляем овощной бульон, сливки, чесночное масло, соль, молотый черный перец и мускатный орех. Украшаем разрезанным на две части перепелиным яйцом, посыпаем тертым сыром пармезан и листьями тимьяна.